Всем привет! Сегодня 13 июля 2013 год. Меня зовут Макаренко Денис. Суббота, утро. Я выехал из дому, чтобы заняться очень хорошим делом. Дело называется благотворительность. Когда я приеду в Париж, мы встречаемся с братьями и сестрами по нашей вере и будем заниматься благотворительностью. Все вы знаете, что в каждой стране есть люди, которые нуждаются в помощи. Мы это будем делать. Воду вино превратил, слепые глаза ты открыл. Нет таких мог, нет как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Нет таких мог, нет как ты. Находимся на Гарденор, где это весьма оживленное место. Мы приехали сюда, чтобы раздать еду, которую мы приготовили сегодня утром. Это курицу, рис и суп для людей, которые нуждаются. Мы, конечно, не ожидали, потому что, когда мы сюда пришли, такой большой наплыв. Здесь нас просто атаковали много цыган, но мы, конечно, дали тем, кто действительно почувствовали в нужде. Потому что мы познакомились вот с одним французом, его зовут Людвиг, он обещал завтра приехать к нам, посетить нашу церковь, и мы будем ждать, надеемся, что Господь расположит его сердце, ничего не случится, он его сохранит сегодня ночью. Вот, никаких преград не будем, и будем ждать его завтра в церкви. Но мы видим, что здесь очень большая нужда. Просто люди, мы вот остановились вот для одного человека, к нам подошло просто большая толпа людей, которые голодные. Это, конечно, слышать может быть чересчур, но тем не менее, вот находясь в этой стране, можно сказать, богатой стране, очень большая нужда. Есть те, которые сегодня голодные до такой степени, что просто, я не знаю, просто смотреть на них даже жалко. Но что можем, чем можем, мы поможем с Божьей помощью. Пусть Господь, конечно, их всех благословит. И мы верим, что то, что мы делаем, это останется. По крайней мере, если мы не увидим плодов, но в их сердцах это останется. Вот та милость Божья, потому что это всегда... Давая этот бутерброд или давая эту горячую эту еду, мы всегда говорим, что это Господь, все, что не делает, даже пусть это делаем мы, но это Господь, потому что за нами стоит Бог, и мы всегда это говорим людям, благодарите не нас, а благодарите Господа, потому что Его любовь, она все покрывает, и благодаря Его любви, которая в наших сердцах, мы идем и даем это людям.